как разглядеть за днями след нечеткий. Хочу приблизить к сердцу этот след. На батарее были сплошь девчонки, а старшей было 18 лет. Лихая челка над прищуром хитрым, бравурное презрение к войне. В то утро танки вышли прямо к Химкам. Те самые, с крестами на броне. И старшая, действительно старея, как от кошмара заслонясь рукой, скомандовала тонко: «Батарея! Ой, мамочка! Ой, родная! Огонь!» И залп. И тут они заголосили. Девчоночки защебетали всласть, как будто бы вся бабья боль Руси в девчонках этих вдруг отозвалась. Кружилось небо снежное, рябое, был ветер обжигающий горяч. Блинный плач висел над полем боя, он был слышней разрыва в этот плач. Ему протяжному земля внимала, остановясь на смертном рубеже. Ой, мамочка, ой, родная, ой, мама! И снова: «Батарея!» И уже пред ними посреди земного шара, левее безымянного бугра, горели неправдоподобно жарко 4 черных танковых костра. Раскатывалось эхо над полями, бы медленную кровью истекал. Зенитчицы кричали и стреляли, размазывая слезы по щекам, и падали, и поднимались снова, впервые защищая наяву и честь свою в буквальном смысле слова, и родину, и маму, и страну. Весенние пружинящие ветки, торжественность венчального стола, неслышанное: «Ты моя навеки», несказанное: «Я тебя ждала». И губы мужа, и его ладони, смешное бормотание во сне. И чтобы закричать в родильном доме: «Ой, мамочка, ой, мама, страшно мне!» И ласточку, и дождик над Арбатом, и ощущение полной тишины. Пришло к ним это позже, в 45-м. Конечно, к тем, кто сам пришел с войны.